да-да-да, дверь открыта. Звезды минувшего? Ну, в звезды минувшего вы попадете еще не скоро. И к тому же я представляю сегодня, к сожалению, не свою передачу. Я знаю, почему пришли. Сквозняк. Спасибо. Да, здесь все напоминает о нем, это верно. Он был ничего, забавный. Да, это вам. О. Спасибо, что не забыли. Помянем его. Давайте чуть позднее, хорошо? Я хотел, чтобы мы встретились еще вчера, но как-то не вышло. Скажите, а почему вы так стремительно ушли вчера с репетиции? Да не убрали меня с оркестра на всю неделю, а может и совсем. Кому мы теперь нужны? Что репетировать? Когда репетировать вообще? Зачем репетировать? Вы не знаете, нам что-нибудь заплатят или нет? Я представления не имею. А мне это не важно. Я это знаю. Конечно, хорошо, когда они есть, но... Но это не главное. А знаешь, что главное в жизни? Нет. А я знаю. Главное иметь свою цель, свой лозунг, свой девиз, он у меня есть. Какой? Исправиться и полететь в нужном направлении. Браво. Думаешь, мне удастся? Ну, а почему же нет? Давай поговорим о деле. Я готова. Это правда, что ты унаследуешь его программу? Ну, видишь ли, это зависит от массы обстоятельств. Главным образом от того, как я сделаю эту передачу. Это значит, от твоей искренности тоже. Хочешь мне помочь? Да, я готова. Я давно готова. Только один маленький вопросик. Собираются ли сохранить меня, Ральфа, всех ребят, в общем, семью Брэдли? Все может быть, Кэрол, все может быть. И это опять же упирается в передачу. Расскажи мне, например, о том, как ты стала членом семьи Брэдли. Версия для публики. У меня был дружок. Он записал меня на магнитофон и послал пленку Брэдли. Тот пришел в дикий восторг. И прислал мне билеты туда и обратно. Ну, а не для публики? Ну, ладно, слушай. Ты же знаешь, что не для публики. Передачи не будет. Подожди, подожди, Кэрол. Дело же не только в передаче, то есть... Дело как раз именно в передаче, но для того, чтобы она получилась как следует, я должен знать о Брэдли как можно больше. То есть, все. Понятно. Примеряешь его кресло и понимаешь, что вместе с креслом придется надеть его шкуру. Разумно. Я понимаю. Ладно. Хорошо.
Тогда, значит, не для публики. Никакого дружка и в помине, но это ты понимаешь. Я сама себя записала прямо на улице, где-то в каком-то ателье, и написала письмо, что я слепая, ничего не вижу. Они клюнули. На первом же прослушивании забраковали, но там... Но там случайно оказался Брэдли. Он догнал меня у лифта. Повел в роскошное место. Познакомил с кучей знаменитостей. А потом привел меня к себе. В общем, я прослушивание проходила в основном в его доме. Но ничего. Все было очень искренне и чисто. Что, ты не веришь? Нет, ну почему? Думаешь, если была официанткой? Все было искренне и чисто. Что ты смеешься? Я не смеюсь, чего ты взяла? Нет, ты смеешься. Да я не смеюсь, мне совсем не смешно. Не надо смеяться. Я не смеюсь. Ну, вот так. Я, ей-богу, была... Не знаю, как это, хорошая, настоящая. Хорошая была. Но я же не виновата, что... Моему отцу в пьяной драке кто-то воткнул нож, мне было 7 лет. А мама? Ну, я окончила школу, у нее не было средств, чтобы отдать мне учиться дальше, в колледж. Я стала официанткой, устроилась. Да, ну, а теперь для публики. Брэдли меня нашел и открыл для меня прекрасный мир. Впрочем, я это могла сначала сказать и не для публики. Он устроил меня петь на местную радиостанцию. Снял квартиру, оплачивал счета, ну, потом отправил брать уроки пения. Через 2 месяца вставил в свою программу и открыл звезду. Кэрол Робертсон. Ты пойми меня правильно, я ни секунды не сомневаюсь, что это все правда, это твоя жизнь, но... Сказка Золушки, понимаешь, 1000 раз слышанная в разных вариантах. Конечно. Но быть членом семьи Брэдли... Сначала делать все, что он хотел. Единственная была надежда, тихо, чтобы, не дай бог, он не услышал. Сказать самой себе, у тебя есть еще шанс исправиться. И полететь в нужном направлении. Только не надо меня жалеть. Вы же никто ничего не знаете. Ведь он был мной увлечен. Безумно. И, конечно, он злился, что я, ах, не такая, как все. Ты спрашиваешь, каким он был. Нормальным эгоистом, деспотом. Он приезжал ко мне 1 раз в 2 недели, 1 раз в 3 недели. Но всегда, когда он приезжал, я должна была быть дома, хотя предварительно он никогда не звонил. Один раз я пошла. Такой большой 9-часовой концерт. Вернулась в полночь. Он сидел, ждал, был зол. Ой, ударил меня. Нет, здесь ударил.
сюда ударил. Разбил губу вот здесь. Видно? Угу. Потом сказал, запомни, дорогая, ты принадлежишь мне любое время, так что сиди и жди. И я запомнила. И я поняла, что мне от него никуда не уйти. Одного его звонка было достаточно, чтобы меня вышвырнули отовсюду. Слушай, ну ты прямо уже рисуешь какую-то демоническую фигуру. Я думаю, он попросту вас запугал, а вы ему поверили. Да? А ты слышал о Гарри Таунсе? Гарри Таунс — это был такой диктор. Вот именно. Был. А что с этим Гарри? Гарри любил меня, мы решили пожениться. Я сказала себе, пусть Брэдли катится к чертовой матери. Ну-ну-ну. И что случилось? Великий человек случился. Внезапно Гарри потерял все рекламные концерты. Его вышвыривали из одного за другим. Говорили, что меняется характер передачи, или что нужен голос почище, или что он недостаточно известен, или наоборот, очень известен. В общем, забавные совпадения. И меня тоже убрали из программы. Сказали временно. Но домовладелец пришел за квартплатой, универмаги слали счета и так далее, и так далее. Мы продержались всего лишь полгода. А Гарри, бедный Гарри, еще целый год оббивал пороги, пока куда-то не устроился. А я, в конце концов, вернулась к Брэдли. О, я была уже в нужном состоянии. Я готова была делать все. Ну, разве что на колени перед ними становилась. Но если нужно было, то и встала бы. О, как я хотела, чтобы он сдох. Я его убивала в своих мыслях тысячи раз. Ему яд давала, я стреляла в него, я подсылала наемных убийц. Я проделывала с его машиной такие манипуляции, чтобы он разбился. Да не только я одна хотела, чтобы он разбился. Наша семейка постепенно разваливалась. Он все чаще и чаще выкидывал нас из программы. Вот. Ну, успокойся. Его уже нет. Ну и черт с ним. Черт с ним! Черт с ним! Черт с ним! О. Почему бы тебе? Тебе не поработать с нами? С Ральфом, со мной, с ребятами. Мы бы делали все, что ты скажешь. Мы это делали бы с удовольствием. И ведь ты никогда не сможешь меня ударить, верно? Ты не передумал еще использовать меня в своей прощальной передаче? А ты не передумала? Ну нет, конечно, ты же видишь, я могу здорово подыгрывать. Меня жизнь этому научила, и потом нам ведь заплатят за это. Это уж наверняка. Ведь ты понял, что я знаю, что нужно сказать публике. И это дополнительный шанс на будущее, правда? И для тебя, и для меня. Безусловно. Так что? Что ты молчишь? Да я просто сейчас подумал. Какая ты молодец. У тебя еще есть какие-то силы, желания. Что-то доказать, чему-то сопротивляться. Какой у тебя девиз? Исправиться и полететь в нужном направлении. Ну, тогда у меня девиз наверняка должен быть такой. Никогда не меняться и никуда не лететь. А знаешь, в этом тоже что-то есть.
это взятка моя. Ты ловил? Видишь, как переживает смерть друга. Умирает от слез. Страдает, бедняга. Ральф! Ральф! О, привет! Сейчас финиш. Привет. Привет. Ну что, я думаю, мы сделаем так. Сначала вы снимете как играем, скажете, что это позывные Брэдли. Потом представишь меня, и я скажу несколько слов о великом человеке. Ну что, одинаково мыслим, да? По-разному, Ральф. Да. Да. Ваше выступление сегодня снимать не будем, это я возьму в записи. Ага, ясно, ясно. Праздник, музыка, шутки, это все. Это все в прошлом. А сегодня траур, раздумья, скорбь. А, правильно, правильно, молодец, правильно. Скажи, а что будут делать ребята? Ты знаешь, они не нужны, ты их отпусти, а инструменты пусть останутся. Хорошо. Ребята, все свободны. Инструменты оставьте. Да, и оставь свою трубу, с нее начнем. Тебе как удобнее говорить, стоя, сидя? Ну, лучше стоя. Макс! Понимаешь, что я хочу? Все это надо подсветить чуть-чуть, чтобы получилась такая, понимаешь, трагическая картинка. Это может быть красиво. Полумрак, пустая сцена, брошенные инструменты. И начать можешь с той трубы. Крупно, потом медленно, панорама по всем инструментам, и выходишь на Ральфа. У тебя минута. Уложишься? Да-да, конечно. Макс! Идет. Свет! Подожди, Ральф, подожди. Не спеши. Каким был Тони Брэдли? На этот вопрос очень трудно ответить. Он был большим и сильным. И ты чувствовал себя уверенно, когда он был здесь, рядом. Ты мог прийти к нему со своими проблемами, со своими заботами. И ты знал, о чем бы ни шла речь, он не обидится, не прогонит. Нет. Он посмотрит на тебя своим особым взглядом и все уладит. Ты был ему не безразличен, он хотел знать, что тебя волнует. Очень хорошо, когда рядом с тобой живет такой человек. Нам всем будет очень недоставать тебя, Тони. Прощай. Все. Нормально? Снято. Ну что, уложился в минуту? Вполне. Все было замечательно. Спасибо, Ральф. Пока. Пока. Ральф! Да? Слушай-ка, я бы хотел поговорить с тобой о Тони. Ну, я же все сказал. Нет, не для интервью. Просто мне самому интересно понять, что это был за человек, а ты был к нему ближе всех. Ты что-то бледный. За здоровьем надо следить. Да, я знал Тони лучше, чем все эти слюнтяи, которые сейчас нацепили траурные повязки. Мы дружили с ним. Я могу задать тебе несколько вопросов? Давай, валяй. Как долго ты его знал? Долго, очень долго. С тех пор, как он работал на этой маленькой паршивой радиостанции. Потом он пошел вверх, получил эту передачу. И как-то меня спросил, как мне улыбается идея возглавить его оркестр. Мне это улыбалось. С тех пор мы были вместе. Ну, а дальше? Скажи, это, конечно, не мое дело. А что ты собираешься включить в передачу о Тони? Отрывки из его программ, интервью с разными людьми. А в его жизни ты уже покопался? Слегка. Ну и как? Чего накопал? Разное. Ты ведь совсем не знал Тони, верно? Верно.
И сейчас за 5 дней хочешь его узнать? Познать и вынести приговор? Нет, я разговаривал с людьми, которые хорошо его знали. У меня сложилось какое-то впечатление. Есть вопрос в том, с кем ты говорил. Ну, например, с Билли Хадсоном. Отличная кандидатура. Только последний год-два они вообще не встречались. Ну, еще я разговаривал с Дино Костелло. Лихо, Дино. А Дино тебе не рассказывал, что Тони продолжал ему платить, хотя все без исключения требовали его скальпа? Не рассказывал? А знаешь, сколько он сделал рекламы для Тони? Нет. Ни одной! Но Тони все равно его не прогнал. Значит, Дино был благодарен Тони? Благодарен. Брось, какая благодарность. Извините, что беспокою. Пришла Кэрол. Да, мы с ней условились. Она сказала, я проводила ее в гримерную. Через 40 минут будет готова. Ну, как она вообще? В красном платье с оборочками. Спереди бантик. Не валяй дурака, ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю. Странно, но она до противности трезва. Ладно, через полчаса буду в гримерной. Что, интервью с Кэрол? Да, интервью с Кэрол. А что такое, Ральф? Послушать тебя, получается, что поскольку ты был его лучшим другом, то разговаривать о нем можно только с тобой, и верить можно только тебе. Нет, я ни в чем тебя не упрекаю. Наоборот, я бы тоже на твоем месте поговорил с Кэрол. И убежден, она наговорит тебе много разного. Уже наговорила. Да. Могу даже рассказать краткий сюжет. Тони погубил ее, когда она была младенцем, не понимала, что почем. Он сломал ей жизнь, так? Так. И я ей верю. Ты знаешь, что все это происходило на моих глазах? Она слонялась здесь, по студии. Потом однажды Тони решил взять ее с собой на вечеринку. Младенец. Она тебе случайно не рассказывала, почему она уехала из дома? Ее сцапали легавые. А знаешь за что? Она совокупляла с женатым парнем в автомобиле. Да! Потом он потратил кучу денег, чтобы замазать это дело. Я ей купил билет, и она уехала оттуда. Вот она здесь. Да, то не спал с ней, спал. Но он же включил ее в свою программу. Может, научил ее петь? И ты считаешь, что Кэрол ненавидела Брэдли? Да ты что, ненавидела? Она была без ума от него. Он же сделал ее звездой. Понимаешь, пока Тони был жив, у малышки была работа. У нас у всех была работа. Но Брэдли умер. И тут внезапно свалился ты. Теперь ясно? Король умер, да здравствует король. Ральф! Привет! Последний вопрос, Ральф! Ну давай, валяй. Что ты думаешь о смерти Брэдли? По-твоему, это несчастный случай? Хочешь совет? Не осложняй себе жизнь. Есть официальная версия, она останется всегда. Тони Брэдли погиб в результате несчастного случая. Было бы хорошо, если бы ты так думал. Одну минуту. Привет. Привет. Вот видишь, как нелепо произошло.
Если бы ты был свободен и сразу взял у меня интервью, как только я пришла, все было бы хорошо и у тебя, и у меня. А что случилось? А лишний час случился. А это очень страшно, потому что, оказывается, я не разучилась думать. Весь час я думала. О чем? О себе, о Тоне, совсем немножко о тебе. Ну и, в общем, я думала. Так. Ну и что, что надумала? Так мы что, здесь снимаем? Так что ж ты надумала? Совсем немного. Но очень трудно. После всего, что я наговорила тебе вчера, сделать грустное выражение лица и поведать миллионам зрителей о том, что он был великолепный, замечательный, необыкновенный, непревзойденный. Все это означало бы наплевать себе в душу. Ты хочешь, чтобы я это сделала? Нет. Не хочу. Ты хороший. Прости, я тебя подвела. Дозвонился до Фостера, он с готовностью откликнулся на приглашение. Хорошо, любопытно, что он скажет. Я уже услышал столько мнений Брэдли. Все разноречивые, каждый убедительный сама по себе. Но мне нужна реальная точка опоры, от чего я мог бы оттолкнуться, понимаешь? Угу, понимаю. Скажи, а сам-то что ты думаешь о смерти Брэдли? В каком смысле? Ну, может быть так, что его прикончили. Лично я знаю только то, что напечатано. А можешь узнать поподробнее? Ты что, действительно хочешь это знать? Очень хочу. Хорошо. Я это сделаю. Я тебе очень благодарен. Пока. Пока. Ну что, едем наконец? Помоги. Сколько можно болтать? Я ведь жду, договорились, значит, надо выходить вовремя. Стою здесь как неизвестно кто. Эй, мальчики, подождите. Звонила Рита Нильсон. Она просила приехать. Хочет тебя видеть. Но только почему-то одного. Одного? Значит, интервью не будет. Ничего себе. Я и не думал, что будет столько желающих с ним проститься. Вот это сила. Вот это власть у любимцев публики. У звезд. Страшно подумать. Они ведь могут повести толпу куда хотят. Ладно, болтать-то куда хотят. Мы все-таки не стадо баранов. Слава богу, есть люди, которые предпочитают думать самостоятельно. Вот для них мы и будем делать передачу. Делай, делай. А смотреть-то будут эти. Знаешь, Макс, ты был бы гораздо симпатичнее, если бы побольше молчал. Ну, конечно. Ты считаешь, что говорить должен только он один. А остальные пусть помалкивают. Ну, все. Давайте остановимся. Я же их всех передавлю. Еще.
Езжай, езжай. Езжай аккуратнее. Ну, дальше ехать невозможно. Дальше, 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 тебе говорят. Вот, 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 еще дальше. Еще дальше? Ладно, остановимся здесь. Выгружаемся. Пошли. Давай микрофон. На. Держи. Только не выстраивай кадр, снимай репортаж. Ясно, понял, понял. Отсюда до 41-й студии, наверное, еще добрых 200 метров. Но мы, как видите, вынуждены были выбрать эту точку из-за страшного наплыва людей. Сюда сегодня явились все. Старики и дети, мужчины и женщины. Они явились сюда не потому, что Тони Брэдли был знаменитым актером. Для них он еще был просто близким человеком. Иначе бы они не пришли сюда, бросив свои дела и заботы. О чем они думают? Что они переживают в эти скорбные минуты прощания? Давай, выводи, выводи на толпу. Выводи. И сразу обратная панорама. У меня все готово. Сначала женщина с детьми, потом девочки. Вот еще хорошие планы. Священник. Покажи. Хорошо, Макс. Тут есть вот еще выбрать. Ничего. Неужели? Лилиан, давай. И прибавь звук на мониторе. Угу. Прошу прощения. Можно вас на минуту? Развернитесь, пожалуйста, на камеру. Вот сюда. Пожалуйста. Телевидение. Мы делаем прощальную передачу о Тони Брэдли. Я бы хотел задать вам несколько вопросов. А зачем? Почему вы сегодня пришли сюда? Ну, мы часто ходим сюда, в студию. Здесь снимались программы Тони Брэдли. У меня даже есть его автограф. У моей подруги знакомый на телевидении. И мы обычно получали билеты на его концерты. А чем вам нравились его передачи? О, мы всегда очень смеялись. Все было ясно, просто, без всякой заумности. И очень смешно. Скажите, а как насчет духовных запросов? Ну, само собой разумеется. Например, он делал рекламу спагетти. Придешь, тебе всегда дают пачку спагетти, сельдерея. Замечательно. Духовный запрос. В общем, здесь всегда было интересно. Тони Брэдли всегда хорошо относился к своей публике. А тебе нравился Тони Брэдли? Ну, что ты молчишь? Скажи. А тебе? Нет. Нет. Класс, да? Прекрасно. Если это брать, это надо брать целиком. Да зачем целиком? От спагетти до конца. Две фразы. Берем целиком, отметь, пожалуйста. Угу. Дальше, дальше, дальше. Что мы остановились? Дальше. Пожалуйста. Прошу прощения, позвольте отвлечь вас буквально на две минуты. Я с телевидения. Один вопрос. Вы пришли попрощаться с Тони Брэдли? Да. Хотя, по-моему, проститься с ним невозможно. То есть вы хотите сказать, что Тони Брэдли навеки останется в нашей памяти и в наших сердцах? Непременно. Он всегда с нами. Только называть его будут иначе. Билл, Майкл, Фред. Как вас зовут? Меня зовут Тед Стивенс. О, возможно, это будет Тед Стивенс. Видите ли, мы делаем прощальную передачу о Тони Брэдли, и, естественно, нас интересует мнение людей о нем. Вот. Вот до этого места. Да подожди, ты что, дальше замечательно? Он был уникум. Он опроверг Шекспира. Если помните, в «Короле Лире» там есть такие слова. Из ничего не выйдет ничего. Так вот, у Тони Брэдли вышло. О, вот замечательно. А тебе лишь бы отрезать. Значит, там все-таки что-то было. Было. Набор банальных, тривиальных фраз, глупость, сванство. Я вижу, вы не очень жаловали Тони Брэдли. Я бы иначе выразился. Когда я видел его, я испытывал чувство горечи. Горечи? Да. Я все время думал, боже, до чего мы дошли, если такие, как Брэдли, стали нашими идолами? В таком случае, позвольте еще один вопрос. Почему же, несмотря ни на что, вы пришли попрощаться с Тони Брэдли? Я же сказал, проститься с ним не удастся.
Мне любопытно, что это за шоу, где главную роль исполняет мертвец. Понятно. Благодарю вас. А, я бы оставил там, где он говорит про Шекспира. Точный кусочек, а? Будешь делать свою передачу, оставишь. Шекспира не надо. Давай, 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 Лилиан, давай, не останавливайся, поехали. Телевидение, пожалуйста. Мы делаем прощальную передачу о Брэдли. И нас покажут по телевидению? Но это будет зависеть от ваших ответов. А что надо сказать? Но для начала расскажите мне, где вы учитесь. Мы учимся в средней школе в выпускном классе. Я хорошо говорю? Вполне. А теперь расскажите мне, как вы оказались здесь. Она хотела в кино, а я сюда. Мы бросили монету, и я выиграла. Значит, вы уже успели проститься с Тони Брэдли? Да, мы оттуда идем. Так здорово. Цветы, музыка. У многих слезы на глазах. У меня мороз по коже пробежал. Вот. Вот. Берем с моей реплики. С реплики вы уже успели проститься? Да. Ну да, ну да. Музыка, цветы, мурашки. Нет, правильно, правильно. Так и надо. Ну что это? Что это за цвет? Это что-то с монитором. Запись отлично. Ладно, оставь. Ничего не делай. Посмотрим так. Вы, как я понимаю, были поклонницами Брэдли. Да, конечно. Он был веселый, остроумный. Нам нравился. Нельзя сказать, чем нравился. Правда, все были от него в восторге. Но настоящими поклонницами Брэдли вы не были. Да, нет. Он ведь был уже старый. А почему старый? Ну, в общем, не молодой, понимаете? Ну, то есть, скажем так, вы не испытывали к Тони Брэдли романтических чувств? Нет, что вы. Он был вроде как вторым отцом. Я смеялась, потому что он был забавный, веселый. Да, и мне он нравился очень. Замечательно, большое вам спасибо. Последняя фраза. Мои старики говорили, что он чудесный. Здесь стоп, остальное не нужно. Послушай, давай старушку. Я ни разу не пропустила ни одной его передачи. То есть ваши слова можно понимать так, что Тони Брэдли был для вас с кем-то вроде близкого друга? Скорее, членом семьи. Единственным членом моей семьи. Я давно с мужем в разводе. У детей своя жизнь. А Тони... Тони всегда был рядом со мной, стоило включить телевизор. А когда тебя мучает артрит и другие старческие недуги, стоит включить телевизор, тут же обо всем забываешь. Верьте мне, будут о нем тосковать многие, очень многие. Я благодарю вас. Это можно брать целиком. Это понятно. Артрит, колит, тоска. Это надо брать целиком. Что ты бормочешь? Что тебе понятно? Я понимаю, ты просто выстраиваешь ему репутацию. Что я выстраиваю? Какую репутацию? Ну что ты городишь? Я просто помню, как ты сам говорил, что монтировать надо резко встык. Ну, чтобы были разные мнения. Ну, тогда это будет живая передача. А сейчас я вижу, как ты отсекаешь все, что может ему повредить, и... Ты ничего не должен видеть, понял? Кроме того, что ты видишь свою камеру и нажимать кнопки. Понял, понял. Запускай священника. Добрый день. Как ваши дела? Стоп. Остановили все. Монтируете? Работайте, работайте. Не стану вас отвлекать. Желаю успеха. Я ненавижу, когда меня контролируют. Включай. Тони Брэдли не умер. Смотрите вместе со мной на этот гроб. И не верьте глазам своим.
Не доверяйте своим чувствам. Я говорю вам, каждый из нас уносит с собой в глубине души частицу его. И пока мы живы, пока мы помним его, он не умрет. Он жив. Он живет во славе. Ну что, что, что? Что ты смотришь? Когда хорошо, тогда хорошо. Это можно брать целиком. Только надо прорядить это толпой, все, что мы там наснимали, чтобы были лица, чтобы был какой-то, понимаешь, эмоциональный ответ на проповедь. Что сидим? Давайте, давайте, занимайтесь. Лилиан. Я готова. Мегги, помоги. Угу. Ну как? Что? Проповедь? Ничего. Я уверен, что ты мог бы сказать не хуже. Так, ну-ну. Я вижу, что ты интенсивно работаешь. Стоп. Вот отсюда можно брать. И за то не принялся основательно. Как это у тебя все влезет в 60 минут? У меня такое ощущение, что ты пришел сюда не обсуждать передачу. Ни в коем случае. Я же на каждом углу говорю, какой ты молодой, талантливый, перспективный. И как весьма критически относишься к передачам Брэдли. А это что, плюс? Ну, ты же знаешь, с Брэдли были последнее время серьезные проблемы. Да, я слышал, только я до сих пор никак не могу понять, почему. А тут и понимать нечего. Это же прощальная передача. Тебе пора. Да. И вот еще что. А ты не заглянул бы ко мне вечерком? Посидели бы, поговорили. Хорошо, я, к сожалению, должен идти. Ты останешься любоваться? Нет, я с тобой. Дальше, дальше, дальше. Пока. До свидания. Еще дальше? Стоп. Угу. Добрый день. О, привет. Что? Приветствую. Пожалуйста. Кола. Тут никто меня не спрашивал, нет? К сожалению, никто. Прошу. Пол Фостер. Да. Тед Стивенс, прошу прощения, что опоздал. Вам ведь, наверное, известно, что погиб Тони Брэдли. Да. Мы пригласили вас, поскольку вы первый человек, который дал Тони работу на радио. Я не ошибаюсь? Да. Он пришел на радиостанцию, чтобы принять участие в конкурсе любителей. Нужно было спеть песенку и прочитать проповедь. А слушатели голосовали по телефону. Был приз. Угу. Ну и приз, разумеется, получил Тони Брэдли. Разумеется. Такой славный морячок с открытым широким лицом, с обаятельной улыбкой.
спел песенку. Та-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям, ля-ля-лям, ля-ля-лям. Что, вот, примерно так и спел? Не лучше. Но было обаяние молодости, простодушие, чистота. Чистота? Да. А его проповедь просто захватила всех. Но вы знаете, участники конкурса не знали, что им придется читать проповедь. Это была импровизация. Мы сразу получили 500 заявок на его проповедь. Угу. Значит, вы получили 500 заявок. То есть, скажем так, всего 500. Это ведь не так много для радиостанции. Но это было началом легенды. Этот простодушный морячок с открытым лицом и обаятельной улыбкой вдруг почувствовал, что он в силах воздействовать на людей, что он влияет на умы, что он может растрогать их, он может их убедить. Я думаю, это напоминало момент, ну, наверное, когда Геракл вдруг почувствовал, что он силач, а, скажем, Рембрандт вдруг осознал, что он художник. Вы сильно преувеличиваете. Нет, это я наговариваю примерный текст вашего выступления. А я не собираюсь давать вам интервью. То есть? Вы собираетесь создать о Тони замечательную передачу. Ну, а я об этом типе не могу сказать ни одного хорошего слова. Он меня предал. Нет, ну... Но ведь зачем-то вы приехали сюда? Вот для этого и приехал. Чтобы сказать вам, что он меня предал. Я же ведь тогда взял его к себе на станцию. Создал ему идеальные условия. Дал ему такие возможности. Но пришел человек с телевидения и за моей спиной увел его. Значит, прошло столько лет, а вы до сих пор все еще ненавидите Брэдли. Я возлагал на него такие надежды. Хотел сделать большую, серьезную и красивую передачу. А он оставил меня. И стал зарабатывать деньги с кабрезными анекдотами и пошлыми шуточками. Дорогой Фостер, поверьте, во всем мире нет человека, который интересовался бы всем, что связано с Брэдли, больше, чем я. Но в субботу вечером я, кровь из носу, должен выйти в эфир с уже готовой передачей. Вы не хотите в ней принимать участие, это ваше право, но в таком случае мы напрасно тратим время. Будьте здоровы. Подождите. У меня есть запись того конкурса. Это уже кое-что. Надо подумать, как проиллюстрировать эту вашу фонограмму. Может, снять что-то в вашей студии, а может, попытаться воссоздать ту обстановку. Вы меня не поняли. У меня есть кинопленка. Мы снимали конкурс для местного телевидения, только я не знал, что нас может вас так заинтересовать. Она меня очень интересует. Завтра в середине дня пленка должна быть у меня. Полетите самолетом. Первым классом туда и обратно. Разумеется, разумеется. А потом сядете и напишите счет за все ваши услуги. И дорожные расходы. Разумеется, поспешите. А не надо. Пленку я захватил с собой. Она у меня в номере. Но я надеюсь, вы не откажетесь оплатить мне дорогу туда и обратно первым классом и дорожные расходы. Хорошо. До встречи. До встречи. Сволочь. Нет, нет, это пока еще не он. Вот сейчас будьте внимательны. А вот и он. Наш Тони Брэдли. Я всегда ощущал, я всегда чувствовал, что на этом свете я не одинок. В мире много людей, которые, так же, как и я, желают доброты, сочувствия, понимания, справедливости. И это есть в каждом человеке. Это надо видеть и слышать. Это нужно открыть в себе и постараться не растерять таких замечательных качеств. Ну, конечно, это несколько путано и нечетко по мысли. Я был один, но зато искренне, с такими звездами. Я бы даже сказал, возвеличивай человека. Я стоял на палубе и думал. Размышлял о том, как может быть человек такой маленький, просто ничтожный. Такой великий. И прекрасный.
замечательная пленка. Меня даже поразила не сама проповедь, а какое у него лицо. Хорошие, открытые, добрые глаза. Да, он тогда был славным морячком. Спасибо за пленку, мы ее обязательно используем. Ну что ж, очень хорошо. Надеюсь, вы не забудете упомянуть, кто вам ее предоставил. Это очень важно для моей карьеры. Да, понимаю, разумеется, разумеется. Мегги, срочно забери пленку и перегони на видео. Срочно, поняла? Макс, вместе с Лилиан проверь все фрагменты и тщательно схронометрируй. Я думаю, что у нас вместе с дикторским текстом, наверное, останется еще 2 лишних минуты. Кстати, я могу подсократить текст? Это нет, это пойдет целиком. 20 минут? Пойдет целиком. Ставим после катастрофы? Посмотрим, увидим. Извините, что вторгся без приглашения. А вы уже кое-что посмотрели? Немного. Лилиан, пока вы отсутствовали, кое-что мне показало. А вот его первое выступление, просто не верится, что это он. Фантастика. Ну, а когда придете пощелкать ножницами? Ну что вы, Тед, замечательная передача. А первое выступление Брэдли, настоящая находка. Ну да, ну да. Я приношу вам свои извинения, что бросил вас там, в просмотровом зале. Ничего, ничего. У вас же дела. Вам заплатили по счетам? Да. Спасибо. Вы оказали мне неоценимую услугу. Скажите, но ведь это же не единственное, что вы знаете о Брэдли. Что вы имеете в виду? Да нет, вы не волнуйтесь. Я интересуюсь Брэдли в частном, так сказать, порядке. Да, была еще одна история, которая может уместиться в нескольких фразах. У Брэдли был друг, Чак. Чак Джеймс. Милый малый, начинающий журналист. Пользовался у нас популярностью. Но с ним случилась беда. Стал увлекаться политикой. И в одной из своих статей взял под защиту учителя, которого вышвырнули из школы без видимых причин. А время было не приведи Господи. Самый разгар холодной войны. Вам сколько лет? Благодарите Бога, что вам не довелось это пережить. Куда же я дел свой бумажник? Не беспокойтесь, все в порядке. Благодарю. Ну, я слушаю, слушаю. Поговаривали, что в стране существует коммунистический заговор. Работали комиссии по расследованию антигосударственной деятельности. Вот Чака и вызвали в такую комиссию. Выяснить, не коммунист ли он. Ну, ему бы сказать нет. Что, мол, я эту статью написал по молодости, чтобы привлечь к себе внимание. А он возьми да ляпни. Представьте себе коммунист. Ну, они и представили. И вышвырнули его отовсюду. Он даже уборщиком мусора не мог тогда устроиться. Ну, хорошо, а при чем тут Тони Брэдли? Он решил заступиться за Чака. Конечно, того было жалко. Все-таки четверо детей. Он и сделал о нем такую передачу. Ну, нечто вроде интервью. Ну, конечно, это Чаку не помогло. А через несколько дней какие-то парни в баре кулаками объяснили Брэдли, что нужно уважать свою страну. А недели через две его самого вызвали в комиссию по расследованию. Прибежал ко мне с поджатым хвостом. Надо что-то делать. Я говорю, конечно, конечно, конечно. Мы же горим. Нам даже перестали заказывать рекламу. Нам надо, от Чака откреститься. Ну, он подумал, поломался дней 10. Ну, а потом вы все-таки его скрутили. Выходит, что так. А что же мне оставалось делать? Закрыть станцию? Вот Брэдли и дал залп в эфире по Чаку. Чак слышал эту передачу, позвонил в редакцию и сказал одно единственное слово. Спасибо. Это все? Нет, нет, не все. Потом он законопатил окна и двери своей квартиры и пустил газ. Брэдли узнал о его смерти, страшно напился прямо на станции.
устроил дебош, переломал всю мебель. Нет, конечно, я на него не сердился. А когда на завтра я ему стал дружески выговаривать, он сказал: вы хотите, чтобы в эфире была грязь, мерзость и дерьмо, а я был чистеньким? Нет. И я буду таким. Сказал и стал таким. По-моему, он мстил. Скажите, а вас не гнетет чувство вины перед Брэдли? Нет? А вот и бумажник нашелся. Сколько я вам должен за обед? Да ничего вы мне не должны. Нет, нет. Не люблю быть должником. Подождите. Вы сказали, что он кому-то мстил. Кому? Всем. Так же, как и вы все, я испытал чувство горестной утраты, узнав о смерти Тони Брэдли. Так же, как и вы все, я не хотел расстаться с ним, не почтив его память. Поэтому я надеюсь, что вы соберетесь у экрана своих телевизоров в субботу в 10 часов вечера, ибо именно в это время я начну свою передачу, посвященную Тони Брэдли. Мне хотелось бы верить, что вы будете в этот момент со мной, и мы все вместе вспомним этого великого человека и эту великую утрату. Стоп! Когда это будет в эфире? В конце каждой передачи в течение всего дня. Мэгги, сколько это длилось? 30 секунд. Тед Стивенс? Да. Роберт Даглас просил вам передать. Это что? На мелкие расходы. У вас что-нибудь еще? Роберт Даглас сказал, что он прочитал план передачи и остался им доволен. Он советует вам заглянуть к нему, когда у вас появится свободная минута. Передайте Дагласу, что это очень хороший совет. Я загляну. Это нечто новое. Деньги приходят сами. Ничего не поделаешь, его звезда восходит. Похоже, что его акции повышаются на мелкие расходы, а? Как ты думаешь, Мэгги, возьмет он нас с собой, когда выскочит наверх? Надеюсь, мы будем стараться. Не поможет. Вряд ли он захочет, чтобы я постоянно капал ему на мозги, маячил перед глазами, постоянно рядом с Мэгги. Да ты не переживай. Ему абсолютно все равно. Да, тебе опять звонил это Нильсон. Люси Браун тоже звонила. Все, мы закончили. Макс, два слова, пока мы одни. Скажи, пожалуйста, почему у тебя в последнее время по отношению ко мне столько злости? Ты что, с ума сошел? Нет, подожди, Макс. Ты знаешь, как мне было трудно взять эту передачу? Ты не представляешь, насколько мне было страшно. Потому что с того дня, как погибла Моника, все, что имеет отношение к дороге, к автомобилям, я уже не говорю об автомобильных катастрофах, все это для меня запретная тема. Я не могу об этом ни думать, ни слышать, ни говорить. И все-таки, Макс, я за это взялся. И я это делаю. Закончил? Тут, во-первых, злости нет никакой. Я тоже был удивлен, когда ты согласился ехать в больницу.
Что же, не понимаю, как было нелегко решиться. А иронично к тебе не более, чем к самому себе. Ты это прекрасно знаешь. И если я когда-нибудь что-то тебе говорю, то просто надеюсь, что ты меня слышишь. И я надеюсь, что это на пользу и тебе, и мне, и нашей работе. Ладно. Кто-нибудь может снять свет в студии? Мистер Стивенс? Да. Рэй Уоррен, извините, что заставил вас прийти сюда. Да ну что вы, нет проблем. Это же моя заинтересованность. А, пройдемся. Так что вас интересует? Ну, то, что в автомобильной катастрофе погиб Тони Брэдлетт, вы знаете. Угу. Так вот, как бы вам поточнее. Меня интересует, был ли это несчастный случай, или это, ну, вы меня понимаете. Ясно. Так это можно узнать? Все можно узнать. Но если вы захотите узнать только это, вам не очень дорого обойдется. А если докажут, что это был не несчастный случай, и вы захотите выяснить, куда ведут ниточки, это уже будет стоить дороже. Нет, пока меня интересует только то, что произошло в действительности. И больше ничего. Я понял. Но я надеюсь, как только у вас появятся какие-то новости, вы найдете меня сами. Само собой. В субботу вечером посмотрю вашу передачу. Спасибо. До встречи. Погодите, но я бы хотел до субботы иметь от вас какие-то сведения. До субботы. Я понял, понял.